Как зовут? Денис. Денис? Не знаю таких имен. Считаем, что наша квик-парти, если говоря, охота на кальмара началась. Итак, алкогольный бар открыт. Водки открываются бесплатно, в неограниченных количествах. На сегодня немного, поэтому ограничиваем. Сопки, у тебя много места? Сопки, много места? Друзья, пустите у нас никто, выносить никого не будет. Так что должен уйти в завтра. Итак, ребята, буквально пару минут терпения, и мы сейчас накроем на стол и вначале покушаем. Пока мы будем перемещаться, вместо где будем ловить рыбу. Значит, кальмара мы будем сегодня ловить, то постараемся до тех пор, пока не поймаем. Будем менять. В принципе, мы обычно, но больше трех раз не меняем. Сегодня погода спокойная, так что, надеюсь, она благоволит ловить кальмара. Друзья, все, что мы сегодня наловим, хотя мы еще ничего не поймали, но если мы все это приготовим, обязательно пожарим прямо на месте и съедим. Последний раз, просто в прошлую субботу, мы поймали так много, что нам пожарили даже в двух видах. Пожарили с чесночком и лучком, а потом еще и с помидорчиком и с яичком. В общем, дай бог нам повторить прошлую рыбалку, я буду просто счастлив. Пока расслабляйтесь, буквально пару минут, сейчас сюда накрываем на стол и просим всех перекусить, заварить червячка, чтобы не пить голодный желудок. Спасибо, Денис. И чтобы не есть, я понял. Ну все, ребята, расслабляйтесь, пока пару минут.